Всем привет! Сегодня мы продолжаем тему поиска радиоактивных мест на Бештау. Сейчас мы находимся около старой штольни номер 23. Это место славится тем, что отвал 23 штольни является самым-самым радиоактивным, который мы находили на Бештау. Мы измеряем дозиметроватом фаст. Это только гамма. И вот у нас уже даже только на подходе уже 200 микрорентген в час. Также параллельно пишется карта. Карта загрязнения. И мы уже видим самые злые точки. Сейчас до них сходим. Места здесь дикие, нехоженые, поэтому туристы здесь очень редко заходят сюда. Но как-то раз прогуливаясь по Козьим скалам, мы случайно набрели в эту ложбинку. Только благодаря там фасту было найдено это место. То есть никакими обычными МКСами, терами, радиосканами мы не смогли бы здесь его найти, потому что перепады доз очень высокие, и из-за скорости срабатывания прибора мы бы просто пропустили это место. Ну вот, допустим, уже здесь на поверхности 500 микрорентген в час. Дозиметр закреплен вот здесь. Ну, то есть где-то примерно метр от поверхности. Так, осталось вспомнить, где самая-самая радиоактивная точка была. Вон там девочки лазят в штольне. Ну, в штольне там ничего интересного нет. Нас интересует конкретно самая горячая точка здесь. После 10 минут поиска удалось таки найти самую горячую точку. На фасте выставлено три порога. Первый это 150, второй 200 микрорентген в час. И третий, самый жесткий, это 1000. То есть три щелчка. Отсвечивает. 1200 чистой гаммы. Ну, к сожалению, МКС его не взял, потому что мы особо не планировали сюда заскакивать. Но, как видите, здесь фонит достаточно жестко. Я, конечно, могу ошибаться, но, скорее всего, вот это вот, это уже некоторое минеральное образование. Ну, что-то типа сульфатов каких-то. Это все отвальная порода, и здесь такое встречается часто. Ну, пойдем дальше искать, может, что-нибудь интересного еще найдем.